Привет. Зеленский меня, знаете ли, недавно приятно поразил. Приятно поразил, введя жесточайшее наказание для тех, кого будут задерживать в нетрезвом состоянии за рулем. Я думаю, має бути знайдений інший підхід в Україні. Штрафи до кінця, ми це з вами вже бачимо, не працюють. За незначні порушення правил вони мають бути збільшені в 5-10 разів. За інше має бути кримінальна відповідальність. Вот это я поддерживаю. Тут Зеленский, безусловно, молодец. Потому что я, к примеру, приверженец меритократии и сингапурской модели управления. Ну, чуть позже поподробнее об этом поговорим как-то. Но я вам хочу сказать, что в лучшем государстве мира, Сингапуре, если тебя поймают пьяным, тебе выпишут штраф $5000. Или 6 месяцев ты будешь сидеть за решеткой. Если повторно тебя задержат, то ты будешь сидеть уже год или же заплатишь $10000. Якщо водіння на підпитку спричинило загибель, строк покарання має бути збільшений, можливо, до пожиттєвого ув'язнення. Блестящий закон. Вот это мне нравится. Это, конечно, не смертная казнь, как в Сингапуре, но пожизненное заключение, если какой-то мерзавец сядет в нетрезвом состоянии и убьет человека, это очень и очень хорошо. Мне вообще нравится то, что Зеленский начал внедрять как раз законы не Евросоюза, не там какие-то российские или других стран, а вот именно законы, которые действуют в самой лучшей стране мира, государстве Сингапур. Ну а теперь давайте перейдем к Петру Алексеевичу Порошенко, который за 5 лет своей президентской каденции строил не прогрессивный и модерновый Сингапур, а свой маленький коррупционный Порошеленд. И вот этот самый Порошенко на завтра уже организовывает Майдан. Подозреваемый олигарх Порошенко и его так называемые побратимы по уничтожению государственности собирают очередной Майдан. Группировка ПС организованно свозит людей из регионов, палатки, бочки и другие принадлежности. Группировка Петра Порошенко ПС призвала сторонников прийти в четверг 16 июля в 9 утра под Верховную Раду. Вот тут я не совсем понял, а что есть еще сторонники Порошенко, которые после вот этого придут на эту акцию? Хорошо, Владимир Владимирович, жму руку, спасибо большое. Все, обнимаю вас, до свидания, давайте. Все это называется предательство национальных интересов. Петюнечка, я, честно говоря, не знаю и не понимаю, кто в здравом уме пойдет на эту акцию в твою поддержку после вот этих записей. Что ты там наговорил Путину? Вот просто я не знаю, кто не проплаченный туда может сходить. И вот по моей информации, вот эта акция, которую завтра организует Петро Порошенко, это генеральная репетиция. Генеральная репетиция перед октябрьским, ноябрьским переворотом, который он, собственно, планирует сделать с Турчиновым, которого, собственно, подтянули под эти действия. Ну и под конец давайте, друзья мои, немножко расслабимся и послушаем блестящего певца Дмитрия Гордона. Пока! Хоть в России все хуёво, Украину мочит Вова, ведь такой... Откройте окна! Он еще танцует. Танцует. Ах, яблочко, да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю. Глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться.